Я вот запустил ее сейчас. Только я не знаю ее концепции. Но мне ее прям все советовали. Она типа какая-то графика у нее такая, знаешь, как настоящая. Before playing Don't Scream, please play the game the way we intended. This means setting your microphone correctly. Here's how to do that. You should be able to speak only quietly, not loudly, with slight gasps or sudden sounds counting as screams. And most of all, don't scream. Я не понял, что он сказал, но помню ничего умного. Вот какая-то вот дивидерлинея вот это вот тут. Брат, ты смотри, тебе нужно пройти калибровку микрофона. Не понял. Короче, 10% нормально. Молчать должен. Офигеть, вот это графика, блин. Чё? Спидран, блин. Не, погоди, не надо понять, в чем суть. Там нельзя говорить, брат. Не, ну... Да в смысле? Вообще, что ли, всю игру молчать или чё? Блядь, ядерный... Да хуя какая-то, блядь! За минуту два спидрана. Да нет, выставить надо было нормально. Ебать хуй-то, блядь. Тихо. Давай, брат, тихонечко. А чё тут делать? Чё надо сделать с ней? Её кто-то выебал. Понюхать. Понюхать. Сейчас. Она уже протухла. Тухла, дырек. Дедуль, а почему ты осудил сына, а не одобрительно высказался АВС РФ? Ты предатель или нет? Чё ты пиздишь, ты дебилка? А ты слышал о карте, сделанной специально для геймеров? Она сразу стала must-have. Дает отличный кэшбэк за покупку ноута, девайсов, игр, кафе и доставку еды. Тинькофф Банк знает, что нужно геймерам. Прямо через приложение ты можешь купить игры для Steam с кэшбэком и скидками. Какую бы карту All Games ты не выбрал, кредитную или дебетовую, ты получишь дополнительные бонусы. По дебетовой тебе начислят 500 бонусных рублей после первой покупки, а по кредитке юзай промокод ALLGAMES12 для года бесплатного обслуживания. Карта для геймеров доступна с 18 лет. Еще нет 18? Не беда. Ты можешь оформить молодежную карту с крутым дизайном. Выбирай свою карту Тинькофф, заполняй заявку за 5 минут и жди курьера. Он привезет ее тебе бесплатно. Бонусные ссылки в описании. Короче, сейчас донат повышу, чтобы это на 500 понял, чтобы они не это. Потому что они дадут пройти 100%, специально сейчас будут тут. Так, она лежит там, пусть лежит, хуй с ней. Полежит, ничего страшного. Блядь, да ёб твою мать, вообще нельзя разговаривать. Гадзани. Подожди, подожди. Что здесь делать? Тебе нужно продержаться. 18 минут. Бомба где? А можешь заказ забрать? Пиздец, на работе задерживают. Там сумочка должна быть и нижнее белье упакованное. Да что такое, блядь? Чё это? Блядь, сука, ты что, ебанько? Не надо отвлекать, не присылай там, ничего не включай мне. Я не пойму просто, в чем прикол здесь? Надо просто ходить и что? Зачем это надо, блядь? Ну типа какой смысл? Тут что, что вообще ждать? Мне надо какую-то тут разархивацию сделать, типа, ну, коли эту самую. Распаковку чего-то, то есть я не понимаю. То есть дефьюз или что? Может, анбоксинг этой бабы, которая там лежит? Нет, она вообще ничего не это. Тихо, все. Тихо, тихо. Хо. Подмышкой большой.
800 рублей. Это вынужденная мера. Шаи какие-то слышу, понял, сзади как будто... Скоро холод, нужно теплые вещи покупать. Где? Здесь. А мне не нужны теплые вещи. Замарь. А мне не нужны. Я, ну, мне, ну, я хочу ореться, девочек. Ой, блядь. Блядь. Тревога, брат. Братишка, что такое? Что случилось? А что случилось? Может, тут в темноте будет Лиза моя. Красавица. Так я ее прямо здесь, пока Ольга не видит в темноте, трахну. Блять, пизда ебаная, сука, олень! Так я вроде не громко, блин, двинулся. А у меня все равно зафиксировалось все. А мы можем с тобой сейчас, кстати, секретничать на все темы, и Олька, никто ничего не услышит. Да, потому что шепоты практически не слышно только нам в Дискорде. Получается. Ну ладно, тогда вот так тогда уберу чат. Все. Лечебная тема. Понял, согревающий. Ну, имеется в виду на травах, не понял, на травах, травяные. Хорошие, кстати, на травах полезные. Ну, имеется в виду для желудка. Ты что, долбоёб? Не, серьезно, дядя. Я сегодня пил облепиховый чай. Блять, иди нахуй с этим чаем, ебать. А, это ты с ней сидел, наверное, да. А какой ты чай? Ой, а какой мы с тобой закажем? Ой, а давай, облепиха, да, давай, давай. Я хочу, блядь, нравится чай. О, какой вкусный, да, вкусный. Иди ты, блядь, а. Тьфу на вас, блядь. Тоже мне кавалер 19-летний не смог даже трахнуть. Иди давай, позорище. Я все понял, ты же, ты если не понял, то сиди просто, понял, типа, ну, как тебе сказать, потише, вот потише просто сиди и все. Бадуа, тебе бы пройти курсы ухаживания за девочкой, что бы давала в первый день. Какие нахуй курсы, я рэпер. Ну, такому, значит, ни одна не даст. Ты новичок. Заткнись. О, опять смотри. Ольга, Ольга плачет. Ебать.
Ебать, сука, я что-то сказал громкое, брат. Я Ольку увидел, испугался, понял и упал. Я чуть-чуть сделаю порог поменьше. Вот так, допустим. Да, а вот ты не так. Хочешь вебку вот. Еще включить и на руки направить? Нет. Блять, ну что ж ты, блядь, делаешь? Не хочу, ясно? Не буду. Не хочу делать так, как ты хочешь, понял? Специально. Сука! И бабка ебаная взлетела и на меня прыгнула. Она на меня прям, понял? Так я не сильно понял, еле сдержал. Туда чуть гыркнул, раз и все, пал. Смотри, туннель. Какой там туннель здесь? Смотри, это что такое, блядь? Сосать. А я в это время уже с Лизочкой, когда она на меня смотрит. Вот она, бабка. Брат. Ты что, все что ли? Тут это все сейра. Ты же, брат. Капец, какая ерунда, да?
Это же вообще, блин, чушь какая-то, не игра. Мне такое не нравится. Это вообще не то, что мне нравится. Я хотел другую игру. Там, где надо думать. Или какую-нибудь страшную. Это вообще не страшное. Ходишь как дурак. Создатель игры Глэк, ебаный. Мне не понравилось. Вообще ни капельки.